В нашем регионе построена масса велосипедно-пешеходных дорожек. Сейчас не проблема выехать из Ярвинской части города и проехать по комфортному асфальтовому покрытию через Кукрузы и Эдизе до Ихви, а там дальше аж до Старого Ахтме, не съезжая с него. Мы решили задаться вопросом, а что если велосипедную дорожку, которая заканчивается на границе Старого Ахтме, продлить до Паньярвы и Алатагузы? Ведь тогда можно было бы заниматься спортом и просто активно проводить время, добираясь туда не только на автомобиле, но и на велосипеде, скейте или роликовых коньках. И вот какие ответы мы получили от наших горожан, которые пользуются уже существующими велодорожками в Ахтме. Стоило бы, потому что летом много детей ездит на пятачок, на велосипедах, а машины несутся, так что было бы очень даже здорово. Очень даже хорошо, мы не против. Он бы пользовался бы спросом жителей нашего города? Я думаю, да. Думаю, что да. Тебе нравится кататься на велосипеде здесь? Да. Как вам идея построить велосипедную дорожку до Паньярвы? Она бы пользовалась бы спросом? Конечно, пользовалась бы. Что, у нас же есть энтузиасты, которые ездят, катаются туда-сюда. Я далеко не езжу, если только так, в Ихве. А если бы была бы пешеходная дорожка до Паньярвы, ты бы поехал бы туда на велосипеде? Пешеходная или велосипедная? Велосипедная. По велосипедной дорожке бы поехал, да. Ты бываешь в Паньярве? Да. Если была бы велосипедная дорожка, ты бы поехал на Паньярве? Да. Да? И часто бы ездил? Да. Спасибо. Не могу сказать, может быть, потому что очень много ходят люди с этими с палочками, много. Может быть, и надо бы, да. Катался бы на велосипеде в Паньярве? Да. Купаться катался бы? Да. До Паньярвы она бы пользовалась бы спросом? Обязательно пользовалась бы. Мы уже об этом говорили между собой. Мы спортом занимаемся, ходим. Чем больше их будет дорожек, тем лучше.